Друзья, всем огромный привет! Сегодня хочу акцентировать свое внимание на летнем уходе за фиалками. Летний уход требует к себе большего пристального внимания, чем в осенне-зимний период, так как температура воздуха повышается, соответственно, фиалки в этот период быстрее пересыхают, то есть можно просто засушить фиалку, либо наоборот, часто поливать начинаем, и не исключено загнивание корневой. Кстати, вот эти фиалочки у меня стоят на самой верхней полке стеллажа. Освещение я не устанавливала на эту верхнюю полочку, только на нижних полках есть освещение. Но стеллаж стоит возле окна, и получается вот этого естественного освещения им вполне хватает в этот летний период, так как световой день увеличен, и фиалочки вот так развиваются. Солнечные прямые лучи сюда попадают ранним утром, они еще такие нежные, буквально на пару часов попадают они, а так рассеянный яркий свет здесь, и вот так фиалочки растут. Итак, какие же ошибки допускаются в летнем уходе за фиалками? Смотрите, если у вас фиалки на верхнем поливе, сегодня я затрону только верхний полив, розетки, соответственно, разных размеров, это и цветущие взрослые фиалки, и стартеры, которые еще не цветут, но которые готовятся к цветению, детки фиалок также. Поэтому стараемся на глаз визуально не переборщить с поливом, и на каждый объем горшочка, на каждый диаметр розетки мы даем побольше или поменьше воды. То есть под одну гребенку мы все фиалки одинаково не поливаем. Почему? Потому что, например, обильно цветущая фиалка, которая вот так цветет, у которой вот такая вот большая розеточка, такую фиалку придется поливать побольше и почаще. Просыхать такая фиалка будет быстрее, чем молоденькая розетка. Вот такой вот стартер недавно зацвел. Вот такую вот розеточку поливать нужно поменьше, и просыхать она будет, соответственно, медленнее. Поэтому одинаково мы все фиалки не поливаем. Если вы только начали выращивать фиалки, как сориентироваться, когда фиалочку нужно полить? Смотрите, можно либо приподнять горшочек, и по весу вы почувствуете, если горшок тяжелый, значит грунт еще влажный, и поливать фиалку рано. Если горшок легкий, значит грунт пересох, и фиалочка уже нуждается в поливе. Но стараемся не, конечно, пересушивать фиалку. Всегда грунт должен быть в слегка влажном состоянии. Либо на ощупь, буквально на сантиметр, просто пальцем попробовать на ощупь, просох грунт, верхний слой или нет. Вот такие вот критерии, которыми можно руководствоваться. Далее, что касается воды, если уже речь пошла о поливе, что касается воды, ни в коем случае мы не поливаем фиалки холодной водой. Да, стоит лето, жара, но холодная вода враг номер один, даже в летний период. У фиалки очень нежные корешки, они очень чувствительны к температуре. И фиалка может заболеть и в итоге зачахнуть, если мы польем ее холодной водой. Поэтому вода должна быть комнатной температуры или чуть теплее даже. То есть руке должно на ощупь быть приятно. Вода должна быть слегка теплая. Далее следующий момент, очень важный. Если весной вы пересадили свои фиалочки в новый грунт, или еще лучше, переукоренили их, фиалка нарастила новые корни, это замечательно, она освоила весь земляной ком молоденькими здоровыми корнями, это очень хорошо. Значит, на летний период
Фиалка более окрепшая, в отличие от старой, не пересаженной фиалки, у которой, образно говоря, снижен иммунитет и корневая в более уязвимом состоянии. Вот почему я всегда говорю в своих видео, что перед летом, весной желательно фиалочки пересаживать. После зимы обязательно нужно обновить грунт. В нем, в свежем грунте, питательные вещества на первое время есть, и фиалочка будет отлично развиваться, поэтому нужно обязательно пересаживать перед летом фиалки. Далее, продолжая тему пересадок, если стоит сильная изнуряющая жара, фиалки и так стараются противостоять этой повышенной температуре, и тут вы решаете пересадить фиалку без явных причин. Вы решили обновить грунт, увеличить объем горшка. Я бы советовала переждать этот период и отложить пересадку на начало осени. И в сентябре, как раз в конце сентября, температура уже будет снижаться, и можно будет заняться всеми этими пересадками. Конечно, если с фиалкой начались какие-то проблемы, если фиалка начала там загнивать, у нее теряется тургор, или еще хуже, фиалка поражена вредителями, то, конечно, в таком случае нужно принимать меры, нужно обрабатывать фиалку и пересаживать. А так, без явных причин, если все в порядке с фиалкой, то лучше ее не тревожить в этот период. Если фиалка цветет, значит, ей все нравится, у нее полно сил и желания цвести. Зачем же ее в этот период начинать пересаживать? Лучше повременить и дождаться снижения температуры. Осенью как раз идеальный вариант. Следующий момент. Одна из губительных частых ошибок – это подкормки в летний период. Если сильно повышена температура воздуха, и мы начинаем еще и удобрять фиалки, идет сильная нагрузка на корневую, и фиалке будет тяжело усвоить все питательные вещества. Поэтому я бы посоветовала не нагружать фиалки в сильную жару и дать им передохнуть. Если фиалка сама цветет, это один момент. Но если целенаправленно ее стимулировать всеми этими удобрениями к цветению, то ничего хорошего в этом нет. Так как стоит жара, и фиалке очень сложно справиться, усвоить все эти микроэлементы из удобрения. Если вы еще это делаете и днем, в самый солнцепек, то корневая может конкретно пострадать. Корневая может просто свариться. Ну, если вы уже решили подкармливать фиалочки, то хотя бы дождитесь, когда температура немножко спадет, выберите менее жаркий день, и еще лучше это делать к вечеру, чтобы за ночь фиалка лучше усвоила и не так нагружать, чтобы корневую. Это что касается подкормок. Ну и, конечно же, актуальная еще тема летом – это ожоги на листве. Тема пятен и ожогов в летний период. От прямых солнечных лучей фиалки нужно обязательно притенять. Под видео в описании я оставлю ссылочку, как быстро и бюджетно из подручных средств притенить окно, чтобы фиалочки не стояли на жаре, обязательно их нужно притенять. В описании будет ссылочка, кому интересно, можете посмотреть. Вот такие основные моменты в летнем уходе. Если у вас остались вопросы или, может, есть какие-то предложения, какую тему бы вы хотели разобрать, пишите в комментариях. Всем отличного настроения,
красиво цветущих фиалочек. И до новых встреч. Всем пока!